В воскресенье в Самарской области будет облачная с прояснениями погода, осадки не прогнозируются. Температура воздуха понизится, дневная составит минус 8, минус 12 градусов, ночью 9-11 ниже 0. В Сызрани ясный день, днем минус 13, ночью минус 8 градусов. Ветер южный 3 метра в секунду. В Тольятти малооблачно и без осадков, температура воздуха днем минус 10, ночью 9 градусов ниже 0. Ветер южный 2 метра в секунду. В Самаре пасмурный день и без осадков, днем 10 градусов ниже 0, ночью минус 11. Ветер юго-западный 3 метра в секунду, атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 75%, геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен независимым городским сайтом samara24.ru.